Всем привет, друзья! Привет из Анапы! Я нахожусь в районе ДжМТ. Это Пионерский проспект. Моя пешая прогулка продолжается. Посмотрите, какие красивые акации растут. И какие тут дюны. Натаха! Смотрите, какие дюны со всех сторон. Тропиночки покрасили. Люди загорают. Ну, прохладно. Ух ты, как небо поменялось. Какое темное. Здесь пляж совсем другой по сравнению с нашим центральным пляжем. Здесь песок другой. Видите? Такой. Ох, и холодно как. А с левой стороны центральный пляж. Ветер холодный. Смотрите, какая волна. Небо поменялось. Было вот такое все голубенькое, а вот с правой стороны, видите, все темнее, темнее, как бы не было дождя. Ну, уже пляж готов. Вот такой пляж ДжМТ. Ракушечника много. Ну, а мы посидим, воздухом подышим и пойдем дальше погуляем. Сидим, наблюдаем за мужчиной. Разделся, загорелый. Будет купаться или нет? В воду пошел. Как думаешь, нырнет, Наташ? Да, конечно, нырнет. Давай, я ставлю на тебя ставку. Прыгай. А ему холодно, видишь? Трактор. Ну да, нырнет, наверное. Что-то он идет и идет. Мусор убирает у нас на пляже. Нет, он стоит. Ой. Настраивается. Ну давай, 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 давай. Ну конечно, вода холодная. Не, идет и идет. В меду. Ой, как медом пахнет. Акация цветет. Вы представляете, друзья? Посмотрите. Как цветет акация. Это все на ДжМТ. Ой, а еще дальше смотри, какой, Наташ, куст вон там на дюнах.
Ой, какой аромат. Ну, мы нагулялись. Возвращаемся к машине. Ух, смотри, Наташа, сколько собак. Ух ты, какие тут пески. Трудно идти. Собачка спит в траве. Лежи, лежи, отдыхай, отдыхай, моя хорошая. Сразу раз, ушки на макушке. А тут у нас привал. Три собаки. Новые домики поставили. Ух ты, какой веселенький. Разрисовали. Низкие цены, уже кто-то торгует. Ну, а эта дорога ведет на Пионерский проспект. Ну все, друзья, погуляли. Показала я вам сегодня наш еще один очень красивый пляж, который называется Джамете. О, с этой стороны тоже собачки. Все, увидимся в следующем видео. Я все, друзья, вам обещала показать каштаны, как цветут. Вот, смотрите, большое-большое дерево на Крымской. Свечеобразные цветы, как свечечки стоят. Видите? Так, кто к нам тут приезжает? 30 июня, 7 мая. Уже прошло. Стаса Намина, 8 мая. Выставка продаж из фарфора. Русское искусство. А тут что? Лечим суставы, позвоночники. Вот тут вот такая детская площадка, где можно с детками погулять. Тут и березки, и сосны, и туйки. И каштаны. Ну и, конечно, мои любимые сосны. Они тоже цветут. С этой стороны хорошо видно. Видите, какие свечки, цветы.